Всех приветствую, дорогие друзья, всех приветствую, с вами Левша, и у нас сегодня такой стрим, довольно веселый стрим намечается. Маус-ебат? Давай вот сюда выйдем, да. Этого 140 будем валить. Ну давай, чего? Артака. Для Артака деф, игрок. Две Артака. Давай сюда поджимайся, вот сюда. Ну давай, давай. Резонно. Ну, бат пока не пробивает вроде как. Гриль КД. Вот сюда вот эти давай валить. Бат не дадите хотя бы одного шота? Димон, бабах. Нет. А, на меня пасик упал. Бабах КД, Димон. Я уже холодный. Что-то вы меня обманули, там не упарываться говорили. Диман, тут надо... Давай сваливать. Пацаны, все нормально. Хилимся, живем, парни. Первый блин всегда комом, как говорится. Рестарт? Подожди, подожди. Короче, тут ангар надо. Короче, да. А чё не получилось? Ох, что тебе славные ублюдки, что творят? Команда не поддержала. Подожди, почему не получилось? Давай разберем. Нет, ну почему не получилось? Смотри, они все оттянулись на нас, и наши заняли балкон. Теперь это победная. Ну мы ж на 100% винрек там, верно? Ну, я думаю, это однозначно победа. Нет, так наши могут победить еще спокойно. Да, однозначно, вот прям чувствуется она. 705-й чувствует. Ты вот что скажи, ты чего Корбана забанил? Я случайно. Я не знал, что это он. Я думал, это какой-то левый чувак. В этой ТС-ке много левых людей. Взял, потушил его. Он пишет грани, разбаньте меня там, зайти не могу. А он говорил с каким комментатором? С комментом. Попутал явно. С комментом удалял, да? Нет. А, без. Зато едем? Мы не проедем за ртой, там бабаха еще. Все, слышишь, тормози, не... Good luck. Командир погиб, команду не беру на себя, отступать. И вот тупо бабаха арестовал в упоре. Мне кажется, нас ждали. Так я не понял, почему две бабахи были действительно там... Black Mamba. Это мои, из моей операции. Слышь, поехали в другую сторону, вот где 705-й. Ну, давай. Вы понимаете, рофл, тут стояло две бабахи 40-05, ФВшка, и они просто контролили. Ну, мне кажется, нас сдали. Да, даже не подстава. Знаю, кто. Я свечусь, Димон, по нам есть инфа, что мы едем. Вы да. На 28 заскочите. А, тут 277. Не-не-не, тормози. Это... Почему они все на базе стоят? Это перехватчик. Не-не-не, мы... давай сейчас уходим, короче, и сейчас на 705-го. Сейчас делаем фейк. Пипец. Димон, ну это явно какая-то кидалово. Я вообще не понимаю, почему они все на базе стоят. Я не понимаю, что это за бой, но душат со всех сторон ее. Ну наши горку выигрывают, это радует. Поехали, может, горку тогда хотя бы там выиграем. Знаете, я думаю, сейчас у них тут полкоманды будет. О, нихера, там отстрел жесткий. Смотри, там очень жесткий отстрел. И что, мы будем стоять? Да, наоборот, они все стреляли же. Наоборот, они отстрелялись, да. Как раз зарядятся, и мы подъедем. Я свечусь уже. Это нормально. Там паттон ломится, тупо чимится, как бы скаты. Сейчас я ему... На, получай. 404. Все, поехал прорыв дальше. Все, поехали. Работаем. И седьмой. У них, смотрите, у них попутный раш по аллее пошел. Это как на КП. Прогетову, прогетову тут. Идет. Парни, где ваши ХП, я не понимаю. Работа, так мы фуловые идем. Да, центр, good luck, мы тут очистим все. Тут легко вообще. Тут прогеты, короче, а там хэви. Хэви, да. Я ему каток дал. Молодец. Слышь, так тут и арта вот здесь. Ну все, душим. Ну считай, это был я последний выстрел. Ну здесь мы сейчас все зачистим. Давай, левша. Давай мы на лицо сядем. А вот и конь. Доберешь? Ну, да, со временем. Он минус 2. Минус 3. Короче, проджет вас не пробьет, парни. У него пробитие маленькое. Так, это все, арта КД. Проджет одну отдала. Так, а вот 279 в наши планы не входил. Как его пробить с мауса? Левша, заезжай наверх. На маусе.
О, у Проджета так там осталось 200 хп, ему арта надавал. Так, давай ты за Проджета реально. Нет. О, хорош. А, две арты КД, Димон, две арты КД. Все, я по полю в тупо еду сидеть. Нормально. Давай, давай. Одобряем. Не, ну это победная, видишь? Будешь выходить в гудлайк? Это супер тактика. Ну сейчас отсвечусь. Нормально, я без засвета. И херабышка едет как 84 км в час. Опа, арту засветил. Нормально. Блин, не попал по ней. Я в засвете, но я КД. Хорошо. Как, хотя как эти вещи связаны. Флэппер, а ты арту убьешь? Слышишь? Не, я бабаху убиваю. Слышу, что такое, Дима? Да. Не, это еще нормально, я думал, минус 1800. Знаешь, я так это... Смотрю, выходит бабаха, а потом я вспоминаю, что я в взводе с Димоном, и она стрельнет не по мне. Она видит цель, не видит препятствий. На катке. Да один, Димон. Я дал. Последний. Здорово всем. Ёпта. Да, мы отдельно. Выходить еще будет. Охереть, блядь. Этот антиквар зашел, я чё-то. Димон, давай. А, меня убивает. Да ладно, меня затушили. Тут антиквар зашел, пишет, здорово всем, да, мы отдельные. 10 000. Закинул что-то. А вы тут, пацаны? Вы тут? Мы? Да, да, мы нечаянно тут. Нечаянно звук выключил. Мы тут. Я говорю, антиквар зашел, говорит, здорово всем, да, вам отдельный. Привет, антиквар. Привет. Да, 10 тысяч закинул. Охренеть. Да вообще жестко. Я что-то охерел даже. Ну мы заметили. Заметили сразу, это какая. Не, ну я тащил, я тащил как лев. Я тащил как лев. Антиквар, спасибо тебе огромное, правда. Димон, да, речь пропал, все, он с нами не будет разговаривать. Так, следующий. А что у нас есть? Следующий. А чифы есть? Ну, спрашиваешь. Три чифа, поехали, пацаны. Боновый фул. Ни одного боя в рандоме не было. У меня тоже ни одного боя не было. Серьезно? Да. Ну, пацаны, это за первый бой, так сказать, поднимаем бокалы, воды, правда, но все равно. Гулайк, ты командуешь. Но у тебя первый бой, у меня первый бой. Надо пораскинуть мозгами. Конечно, можно форсировать реку. Гулайк, это не 2К будет, это 1К будет. Короче, я предлагаю, смотри. Мы флайбера вот так посылаем одного. А мы вдвоем здесь с тобой, гулайк. На отстреле, понял. Давай, флайбер, ты сможешь. Давайте. Или налево драться втроем. Не, а можно, смотри, можно нас вдвоем пустить, у нас что, все равно первый бой там. Не, поехали налево, поехали, отожмем. Налево, ну го. Короче, мы знаешь, что сделаем? Мы прям вот этот бугорок есть, прям на него заедем. И сядем на чей-нибудь грибок. Глайк, смотри, какие у него камуфляжи крутые на всех танках. Жесткий, да, поехали, он у него написано. Мячик летит. Ну. Подожди, давай подпустим, чтобы он слева выстрелился. Вот это. Уже подпустили, Димон. Да, поехали. Ближе нельзя. Каток поставил. Хорош. Молодец, флаббер. Я обновил каток, обновил, просто урона нет. А он не АФКшит, как раз мы его напинаем, пока он нормально. Пьяный валяется там. Как те дети шакалы, знаешь, такой. Убирай гудлайк. Следующий. О, арта КД. Так я тебе говорю, план идеальный, просто план. Ну, так смотри, как тут много. Давай, который дашь коню? Дал. Обновлю. Обновил. Хорош, все, это наш, он холодный. Это все холодный. Хорош флаг, начал бабаку. Давай, куда? Я заберу коня, да. Заберу. Да, 4 форсы. Это позиция, он фуловый до сих пор флаг. Мне кажется, нас где-то наебали. Не я точно. Давай. Даю. Ты слышишь, он еще кричит, давай. Гудлайк, ты ебал. Сейчас выходим, пацаны. Вот, хороший. Давай этого. ПТ-шку развалим, пацаны. Ну. Хорошие прострелы. Да идеально. Понял. Так у меня нету хороших, я не знаю, откуда у него хорошие. Ну, если у тебя нет. Сразу видно, играет в рандоме на чемпе, не первый бой. Если у тебя нет хороших позиций, это не значит, что у меня нет. Забирайте ягу.
Хорош, Дмитрий. Теперь следующего, Е3 будем разваливать сейчас. Я хочу, чтобы наши вкатили. Стой, смотри, вот. Да, он впитал Е3, он впитал Е3. Е3, поехали, поехали. О, все, да, за, поехали. За спину, за спину, за спину. За спину закатываем. Е3 каток, Е3 каток, все, кружим, кружим. Е3 на фокус, дал Е3. Давай, Димон, удачи. Хорош. Давай, 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 заберу езжайте. Бля, я не пробил. Давай, 60 ТР. Давай, давай, ТП так-то, ну ладно. Так, так, так. Я вообще не пробиваю. Хорош, Флабин. Давай. Ну, Димон, где Альфа? Дай, дал, дал, дальше поехал. Все. Блин, вообще четко. Вот это, понимаешь, вот она, чуйка. Командир. Командира в прошлом, да. Поехали, пацаны. А прикинь, мы туда попоехали. А прикинь, вот реку форсировали. Что бы мы сделали? Ничего, попили бы как бы оттуда ее. Так, Флабер, что ты делаешь? Ты пьяный? Так я уезжаю, ты мне скажи, что появится. Ты водитель Хунда или я, не пойму. Не, я дальше поехал, короче. Давай, дуй душу, лой, лой. Тимон, а вот вы как с Флабером на Хюндае катаетесь, ты даешь ему порулить? Нет, конечно. Там по полям, я не знаю. По полям. По фермам, по полям, да. Я ни разу не пробил его. И в забор. По полям едет Флабер к нам. У него там. Так вы в центр заходите. В кузове поет. Ты, Диман, мы не знаем такую песню, извините. В смысле? Ты чё, серьёзно? Ну, видимо, да. Ну, если... Ну, ладно, ты чего, мне 40 миллионов просмотров или сколько? Песенка. Блять. По полям, по полям. Зелёный трактор едет к нам. У него-то кто-то в кузове поёт. А ну, да, а ну, малыш, давай. Попробуй отгадай. Кто же эту песенку поет? Му-му-му-му-му. Тимон, все, заткнись. Му-му-му-му-му. Му-му-му-му-му-му. Кто же это? И ты такой, корова, правильно. И там такой припев. Ты можешь танчить, ты флоп? Да я не хочу, зачем танчить? Я на ТВП, чувак. Ну, он ЕБР танчит. Ты дал? Без урона ему дал. Не, нет. Ну, урона нет, но команды взаимодействия. На уровне, на уровне. На уровне. Сохранил ХП. Сохранил. Кстати, он меня тоже сваншотил. Да? Да. Я тупо свою девственность берег. Вот он, поймали. Вот наш. Илюха холодный. Илюха, сюда. Ладно, Димона. Согрелся. Да каток дал ему. Не, не, нормально. Души Илюху. Наш, наш. А он. Он за тобой, Дим. Пацаны, да ну дайте шот. Берите. Дал шот. Илюх как бы не пробивает, он даже не пробил. Не особо силен пробитие падает, я так понял. Пробитие это не его, его не сильная сторона. Не его сильная. Как там, блядь, правильно говорится? Не его сильная сторона. Вон, хавика давайте ему. Так, ну давайте. А, 7-1, парни, это наше. Ну стоп, на врыве? На врыве, поехали, поехали. На забивчик, поехали. Так это. Поехали, поехали, гудлайк, танч, танч, есть сотка. На забивчик, поехали. Прошу, танчу, а вот он КТ. На забивчик, поехали. Прям ему в лоб поехали, прям ему в лоб будем стрелять. О, бабаха. Блять. Нас зажал, нас поймал. Не закатывай, закатывай там внутрь, гудлайк. Гудлайк, блять. Закатите. Закатите, пожалуйста. Я не пробил. Тупо школьников детей поймали за уши. Блять. Все, парни. Ходим. Я ни разу не пробил, я в курсе. Работаем, поехали, парни. Давай дальше.